соскучились. Как же давно мы не виделись с девочками. Сейчас они выйдут на сцену, и мы вместе улыбнемся их старым морщинкам. Познакомимся с новыми подбородками. Вообще интересно, смогут ли девочки в новом сезоне вас удивить? Смогут ли перепрыгнуть эту высокую, задранную мной планку? Да, конечно, смогут. Потому что участвовать в шоу Comedy Woman – это как кататься на велосипеде. Один раз научился, и это навсегда. Ноги и попа болят, волосы растрепались, руки трясутся, но удовольствие огромное. Дорогие друзья, новый сезон Comedy Woman. Ваши аплодисменты! Она как дальнобойщик. Мы тоже треть своей жизни проводим в кабинке, но только в примерочной. Руся! Рус! Руслан, ну поехали уже! Не называй меня Руслан! Я Руслана! Господи, ну мы тут уже 9 часов. Я хочу писать, спать, есть в любом порядке. Ты думаешь только о себе? Как тебе вот это? Господи, это просто идеально. Я ничего лучше просто в жизни не видел. Пойдем скорее на кассу на зависть всем. Но оно длинновато и широкое. Его надо подшивать и ушивать. Да хорошо, все, поехали. Да плохо все! Я поняла, ты просто хочешь выглядеть лучше меня. О, Господи. Руслана, мы едем с тобой на похороны. Какая разница, в чем ты там будешь плакать? Да как какая? Это похороны в Барвихе. Там все будут круто выглядеть, даже покойничек. Все-все будут сморкаться в Сен-Лоран. А я что, во влажной салфетке с органовым маслом? Я поняла. Мне нужен черный худи. Подожди, может быть, бадлон? Может быть, свитшот? Может быть, пул-овер? Да я запарилась мерить одежду. Я полжизни провожу в темноте, пока пробираюсь к горловине. Каждый раз как будто рождаюсь заново. Господи, Руслана, я тебя прекрасно понимаю. Поедем в Париж, там есть все. Да нигде нет. Ни в Европе, ни в Азии. Я нашла более-менее подходящий черный худи в Ботсване. Но они в них хоронят макак.
А я не макака! Так, короче, я не уйду отсюда до тех пор, пока не принесут мою черную худю! Так, ладно, выходи. Не всегда же побеждать. Фраза класс. Сам придумал? Прочитал в Твиттере Доминика Джокера. Поехали домой, почилим, а послушаем новый хит Тимура Родригеса, выпьем чинзана. Его нет. Господи. Как нет? Я купил целую бутылку. Нового хита Родригеса нет. И моего черного худи тоже нет. Так, короче, я беру эту примерочную в заложники и не уйду до сюда до тех пор, пока не выполнят мои требования. Так, что за шум, а Дрейка нет, а? Что, отрастила Попео? Не можешь лезть на один оверсайт? Так, что вы себе позволяете? Зачем вы носите эти отвратительные усы? Кто вы такой вообще? Это не усы. Татуаж бровей, он сполз. Это вообще не смешно, не тема для шуток. Значит так. Не смотри. Значит так, я секьюрити. Я живу здесь 7 лет. В этой куртке. Могу показать. Могу подсказать. Могу подсмотреть. Так, а почему 15 вещей в кабинке, а взяли табличку с номером 3, а? Гуманитарий или воруете? Да у вас нечего тут воровать. Назвались, главное, модным словом «пассаж», а на самом деле вам пассаж на ваших покупателей. А ну-ка, цыц, закрой свой грязный ротик. Пойдешь под статью об оскорблении чувств чоповцев. Что за бред? Нет такой статьи. Или уже есть? Загугли в Рамблере. Зарамбли в Гуглере, хоть что-нибудь сделай. Значит так. Слышь меня, мы через 10 минут клоуз. Я не хочу опаздывать из-за тебя в красно-белое. Там сегодня акции на полугарчик. Так, Руслана, выходи, они уже закрываются. Я никуда отсюда не уйду. Я взяла эту примерочную в заложники и буду стоять тут голая до тех пор, пока ты не принесешь мне базовый черный худи из органического хлопка, без шнурка на капюшоне и чтобы никакого бренда, но выглядела как брендовая вещь. Усё, городничек! Голый бы меня не напугать, я уже не девственник. Опоздали на 2 дня. Поздравляю. Не надо, мне не понравилось. И чтоб никакого пулестра в составе. Чего? У тебя там что, сердце из грязи веток, что ли, сделано? Где я тебе сейчас возьму вещь без полиэстера? И чтоб была не из Китая. Она что, крейзи у тебя? Чё вообще? Шизоид, что ли? Значит так, всем постам. Это захват примерочной кабинки. Это захват примерочной кабинки. Это операция «Залечь на дно в брюки». Ложись. Работает ЧОП Алина. ЧОП Алина. На. Ага. Подождите, ваш ЧОП называется Алина? Да, да. ЧОП Алина. ЧОП Алина. ЧОП, ЧОП Алина. Это как Чиполлино, что ли? Ага, да, как Чиполлино, только ЧОП Алина, ЧОП, ЧОП Алина. Это я сам придумал. Как будто как название концерта «Уральские пельмени». Ты отвлекся, Ванючка! Я тебе говорю, неси мою черную худи, или я буду отрывать по одной бирке с каждой вещи. И запачкаю зеркало!
и это я жопой. А? Да ты у меня ногами будешь по палеткам ходить, поняла меня? Секунду, сейчас мы выкурим твою модницу-сковородницу. Руслана, Руслана, выходи, пожалуйста, мне страшно. Это захват примерочной кабинки, но ты сама себе подписала модный приговор. Так, подождите, это что, вещи, от которых отказались бомжи? Хуже! Прошлогодняя коллекция из стока. Ну что, фэшенист, получай гранату. Итак, оба! Камуфляжные жилетки с карманами для лесбиянок, на! С карманами на груди! Боже мой, вот они! Летние сапожки! Чтоб нога дышала! Кружевные! Ношеные! 41-го размера для трансвеститов, на! Нет! Да! Теперь волчьи жилетки всех размеров, на! У тебя нет души! На! Так, это что, шапка от Гуляева? На! Остановись! Лосина от Беллы Потемкиной? На! Фуражка Маши Распутиной? Не, она классная, надо мне. Так, белье Бузовой, боже мой. Значит так, и контрольный, куртка охранника 7 лет не стиранная. Колом стоит, держи, ложись! О, Господи, Руслана! Ты убил ее! Как миленько. Как тебе? Послушай, по-моему, это очень странно. Да? А мне нравится. Как тебе, градничай? Так, дай сюда кепку, Ванечка. А вот так? Отдайте кепку, мне зябко. Ушел свою розовую обутку. Короче, мне все это нравится. Мы это берем. Она у меня на балансе, это штора! Так мы платим любые деньги. Любые деньги и пачку Винстона синяя. Хорошо. Все, отдай ему. Сейчас в Барвихе все просто умрут от зависти. Пойду. А любые деньги! А любые деньги! Друзья, не поверите, мы еще ни разу на этой сцене не праздновали ничей 45-летний юбилей. Но эта дата не за горами, поэтому давайте-ка порепетируем, девочки. Туда. Да, не моя музыка. Девочки, вроде это свекольный салатик с чесночком. Улёкся. Дайте намахнём за меня. Давайте. А, тост. Марин, тебе сегодня 45. Юбилей. И вот что интересно, из этих 45 лет, 12 лет ты работаешь на нашей Ломоносовской птицефабрике. И ни разу за все это время от нее не пахло курями. От всех разит на весь поселок, а от нее всегда хлорочкой, да? А? За твою свежесть, Марусь! За именинницу! Девочки, ой, всю жизнь с вами прожила. Страшно вспомнить. С тобой, Катюха, вместе в один садик ходили. Ага. Со сторожем мутили. Ты почетным, я по нечетным. Ага. Танюха, а помнишь, с тобой на Пасху
в бассейне головами столкнулись. Ага. Твоя башка треснула, моя нет. Было дело. Машка, Маруська, а с тобой, помнишь, в лесу, на поляне из-за грибов такую поножовщину устроили, мама дорогая? Жестко ты меня тогда исполосовала. Только опята оказались ложными, а дружба настоящая. За дружбу, девочки! За дружбу! Ой. Девочки, а у меня тост. О, кокнутая заговорила. Ну а что? Танцевать пока не могу, но с алтом-то у меня все в порядке. А, О, У, Э. Смотри-ка, да? Заклинило все-таки бардачок-то. Корягина, на тебе сглаз мощный. Шутка ли в деле человека в торговом центре паровозик с детьми сбил, а? Дважды! Да на тебе проклятие РЖДшное! Кстати, про проклятие. Мы к тебе не с пустыми руками. А я, кстати, этот пакетик давно заметила. Марианна, у вас в руках, да? Давай. Чё там? 1000 в конверте? Нет. Нет. 1200 в конверт? Нет. Да ладно, 1500 в конверт? Марину 45 лет, ну какой 1500, ну? Пустой конверт. Вот, конечно, интуиция у тебя как твой свекольный салат. Во рту чесночище, сзади огнище. Давай, бери. Да, открывай. О. Господи, это то, про что я думаю? Это не спадающий платок для молитвы? Ага. Он самый. Это как в рекламе. Что, правда не спадает? Даже если псы бродячие тебя за него через пустырь протащат, не спадет, увидишь. Ой, девочки. А это, там же еще в рекламе эти янтарные бусы же были. Не было никаких бус. Просто платок, и все, мы даже сами удивились. Главное, просто платок, а где бусы, думаем, ну и все, давайте. А тот тебе что подарил? Че он подарит, козлина? Утром положил мне на лицо коробку Рафаэлла. Я, главное, просыпаюсь, понять не могу, день, ночь. И вот стопудово он с этой коробки конфет 6 вытащил. Он себе, знаете, на мизинце вот такой вот ноготь отрастил. Так вот аккуратненько коробку вскрывает, и козлина оттуда конфеты таскает. Прям разота. Фу. А у моего тоже такой же, он его называет кокаиновый коготь. Правда, пока только козявки добывает. Фу. Зараза, прямо вся зачесалась. Ой, говори. Че они могут придумать-то, уроды, кроме как ковырять да чесать? Ага. Юбилярша! Фу, зараза, напугал! Ты где? Сюрприз! Ты свои сюрпризы своему урологу показывай! Молодец! Иди давай с девками поздоровайся! Ну что, юбилярша, готова брызнуть соком, а? Во все стороны брызжу, сантехника вызывай! 45-45, баба-ягодка, come on, bitch! I'll be
вам к чаю, к чаю, к чаю. Ну как? Как вы вовремя мне, девочки, этот неспадающий платок-то подарили. Я же теперь в церковь по два раза ходить буду и в ненастье, и в ураган. Реально язык проглотила. Это что сейчас было? Вот, знакомьтесь, мои новые друзья Стрип и Вок. Я с ними на мойке самообслуживания познакомился. Я машину мыл, а они друг друга. Чё-то, Маришка, не могу, прям как подкатило. То ли это салатик чесночный твой, то ли собак этих слипшихся вспомнил. Я это пойду свежим воздухом подышу там, в подъезде, у мусоропровода. Я с тобой тоже пойду. У меня там муж голодный, мать больная, дочь в подъезде у мусоропровода. Стоять! Я пойду лучше второй раз под поезд ягу, чтобы все это развидеть. Стойте, погодите, вам что, не понравилось? Да. Будь ты проклят, Иуда! Я же думала, ты человек. Да мне так в жизни никогда стыдно не было даже на школьном КВН. Да у меня сейчас давление 400 на 2. Это, считай, 800. Ой. Девочки, подождите меня у мусоропровода! Стойте, погодите, вы чего? Залогом будущее. Танцы на ТНТ смотреть надо. У нас еще контент на троих отрепетирован. Ушли? Пойдем, давай. Как они их носят, не пойму, а, вообще. Я вам говорю, уйдут, а? А вы не уйдут, не уйдут. Ну, все как обещал. Жвака, выпивка, телевизор. Свекольный салат не рекомендую. Чтобы я, Леха Паскудин, пропустил финал Лиги Чемпионов. Ха-ха, сейчас. На-ка тебе, выкуси. Не прошло 12 лет, как мы стали светским шоу. Нам уже стали приходить именные пригласительные прямо на сцену. Но когда такое было? Смотри, уважаемая Татьяна Морозова. Ой, меня последний раз уважаемый муж называл, когда с тремя детьми бросал. И конфетки на стульях, смотри. В смысле конфетки? Может, еще кутья где-то рядом стоит? Подожди. Слушайте, может быть, уже кого-то нет среди нас? Давайте посчитаемся. Сысоева! 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 А кто Сысоева? Коза, блин. Девочки, девочки, помните, я вам говорила, что, может быть, у нас будет новая участница. Наташ, ты это говоришь каждый раз, когда Федунки вдольше 10 минут не берет трубку. Знакомьтесь, это Софья Лобанова. Она пришла к нам из Comedy Battle. Вот так, тихо, тихо, тихо. Тихо, спокойно. Софья, не волнуйся. Comedy Woman — это тот же Comedy Battle, только сцена не наклоняется. А так и в спину могут пнуть, и стекла в обувь, и клок волос оторвать. Ну, и это как бы не правила программы, а устоявшиеся традиции. Да, я понимаю, все-таки женский коллектив. А при чем тут женщины? Вон они. ЛГБТ-анклав.
Я что-то не поняла. Она что, на место Андреевны, что ли? Ну, конечно. Посмотри, как они похожи. Посмотри. Так, ну, ты давай тоже, что, просто так не стой, глазами не моргай, давай начинай шутить, да? Только давай вот без этих твоих вступлений, там, как ты мечтала давным-давно попасть на эту сцену, как мечтала увидеть Екатерину Скулкину, просто давай начинай сразу шутить, да? Ой! Да твою мать, сысую! Катя, да я и не думала все это говорить. Чё-то пока вообще не смешно, такого хрена ага. Взяли вообще. Вы только меня не перебивайте, хорошо? Уже летишь со сцены. Уже Воля объявляет следующего участника. Так, все, успокоились. Давайте послушаем, пусть человечек выскажется. Успокоились. Ну что, меня зовут Софья, я из славного Владимира. Вы только не подумайте, что меня Владимир родил и этим прославился. Нет, это город, в котором я родилась и живу. Гудок! Прекрати кривляться хоть раз в жизни! Человек волнуется! Да я не волнуюсь, я просто так рада увидеть вас всех впервые, вживую, без фильтров, без фотошопа! Да? Ну и как тебе? Но вы везде одинаковы. Что на улице тёлка заляпанного троллейбуса, что тут. Вообще-то я секс-символ многолетний! Этого шоу. А, это вы секс-символ? Я просто должна же понимать, чье место занимаю. Подожди, она что, на место Варнавы, что ли? Ай-яй-яй, бедная Катюша, списали как штопанную беретку. Ты заткнешься, нет? Ну что ты, девочка моя, замолчала? Давай, рассказывай теперь про всех нас. Ну, вы нормальные, уже такие женщины, состоявшиеся, засахарившиеся, слипшиеся. Ассорти такое, с белым налетом просрочки. Что? И вообще, не нужно стесняться выкладывать себя в инсту, как есть в жизни. Внученька, тебе сколько лет? 20. А, вот 20 лет я так же думала. Только, правда, тогда Инстаграма не было. А что было? СССР был. Меня мать в СССР выложила. Марина, кстати... Вот не надо. Не надо сейчас вот говорить вот это «я на вашем творчестве выросла». Так почему же? На вашем творчестве у меня аж 3 поколения выросло. Ты посмотри, какое хамство, а? Мне даже в собесе так не хамят. Моя бабушка за вас с КВН болела. Мама в реальных пацанах ну прям тащилась. А я за вашим творчеством в Comedy Woman уже 6 лет слежу. Со средней школы, считай. Говорил мне Ельцин, уходи, Маринка, на пике. Ну честно, у вас уже у всех приливы, отливы, а у меня пока вечный шторм. Сейчас приду я, ребят. Сейчас. Мне вот Верещагина вашего жалко, и Хрусталёва жалко было. Слава богу, Хрусталёв отмучился в вашем шоу. Умер. Ты чё? Типун тебя на язык, кликуша! Жив он! Да как живой человек может у Урганта за тумбочкой стоять? Вы шутки его слышали? Мертвый он. Это да. Ну, да, это да. Да что вы соглашаетесь с ней? Что она знает про тумбочку? Но ведь видно же, вся сделанная. Кстати, Гудков. Чего? Ты же кумир молодежи. Вася. Икона фриков. Перестань. Царь эпатажа. Выдумщик своих регалий. Гудков, ну ты же вообще везде. В рекламе, в Ютубе, в клипах Киркорова, Баскова, Билана. Если прочитать Александр Гудков наоборот, то получится портовая шлюха. Чего? Бог, дух, мерс... Ладно?
Это же реально на славянском портовая шлюха! Значит так, я вот уже 10 минут здесь сижу и слушаю, как опускают моих хороших знакомых. И еще ничего не сделала, чтобы мой нож-бабочка воткнулся по самую рукоятку в эту куколку. Значит, смотри сюда. Сейчас идешь, находишь карьерную лестницу, спускаешься вниз до грузового лифта. Там нажимаешь минус 4-й этаж. Выходишь, там тебя встретит Кайметов. А человечек проводит тебя до другой лестницы. Ты спустишься там еще 10 этажей. И выходишь на сцену, участвуешь в сюрпризе жениха. Давай поженимся, ну? Кстати, я еще умею петь. Заткнулась сразу, иначе сяду на тебя. Молодец, молодец, моя красавица. То есть просто угроза без юмора? Да не до шуток, мне сама тут на волоске. Боже мой, Дейенерис, мы что, еще одного дракончика ждем? Что? Девочки, а сейчас я всю курю! Подожди, подожди, давай дождемся, пока на Дейеприкян дойдет. Хочется же прям от души прям поржать, да? Напомните, кто вы? Кто я? Напомнить тебе? Да я единственный твой шанс как-то зацепиться в этом шоу. А, это то есть, если здесь ураган начнется, мне за вас держаться, чтобы не улететь, да? Я сейчас не одна слышала. Это слышали все, да? Как вот прям здесь отпевают молодую, совершенно неталантливую актрису. Да-да, слышно было, слышно было. Девочки, девочки, я загуглила. Она, оказывается, лифчик сняла перед членами жюри в Comedy Battle, чтобы дальше пройти. Да, и что? Удивила козла козьим сыром. Если хочешь знать, я фокус с летающим лифчиком в детском лагере еще показывал в 2000-м. А я в 2000-м году родилась. Фу, то есть тебя родители зачали под солнышко в руках? А вот вы мне в этом шоу больше всех нравитесь. Вас просто меньше всего показывают, поэтому раздражение минимальное. Я тут все послушала. Я думаю, достаточно. У нас уже well done. Че-че? Я не поняла. Все, прожарили, достаточно. Нет, 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 Софья, умоляю вас, давайте скажите что-нибудь про Натали, чтобы мы вас завтра здесь точно не увидели. Да ладно, Софья уже и так многое сказала. Кстати, говорила хорошо, так достаточно остро, по делу. Наталья Андреевна, вы мне так мою кошку напоминаете, когда я ее мою. Шипит, рычит, лапки дрожат. Но это всегда так, когда жизнь к закату катится. Ну что ж, кошатница, все понятно с твоим тезаурусом. Вы еще тезаурусов на земле застали. Я думала, что вы византийская штучка. О, молодец! Молодец, вот можешь ведь когда захочешь, а? Остро, современно, дерзко, да? Молодец! Действительно, остро, современно, дерзко. Как раз диссонанс с нашей вялой концепцией. Если честно, девочки, хотелось бы сказать вам огромное спасибо за тот весомый вклад, что вы внесли в развитие женского юмора в стране. Надеюсь, что и я оставлю небольшую грамулечку. Все, ладно, Софья, мы вам позвоним. Вы ведь мне не позвоните? Да. Да ладно, мы шутим. Вернись к нам, поаплодируйте. Софья Ломанова, финалистка шоу Comedy Battle.
Выпускной вечер – это важное событие, к которому очень долго готовишься. А когда оно происходит, то хочется поскорее его забыть. Ой, о, все, я сосусь с черноком. Эвелина Аркадьевна, вообще-то это мой парень. А мой любимый ученик. Я его дольше тебя знаю. Смотри, Эвелина Аркадьевна. Отстаньте от меня! Вы все трусы! От слова трусы! Смотрите, без рук, бомбочкой! За 11-й! Это что такое? Это что такое? Это что, первый раз в жизни прыгнула в реку счастливая? Тут же выложили и сняли на телефон. Это что за люди вы такие? Еще и подписали. Пьяная училка прыгнула в реку и выжила, потеряв туфли. Это что такое? Это ж все раздельно пишется. Через запятую. Сняли они меня на телефон. Нет, чтобы поаплодировать, помочь. Туфли выловить. Платье по течению поймать. Знаете, какое дорогое платье было? Из Нью-Йоркера. Легендарное платье. Я же на каждом выпускном из него выскальзывала. Сняли они меня на телефон. Я бы вас тоже вот всех вот выложила бы. Знала бы куда. Что такое? Это что? Это столько просмотров? Это ж еще чуть-чуть, я обгоню чихающую панду. Эвелина Аркадьевна, да не переживайте вы, всем нравится, много просмотров. Ага, нравится. Вы вообще понимаете, насколько я классный руководитель? Вы ж все у меня лучше всех экзамены сдали. Я вам всем тройки исправила на восьмерки. Все поступите. А вот ты, Иголкина, не трать время зря. Сразу иди в проститутки. Я вообще-то на врача хотела. А вот знаешь, людям можно по-разному помогать. Кстати, Иголкина, заберешь из кабинета на лето плющ. А Рымбаева возьмешь домой денежное дерево. Тебе надо, я знаю, ты из бедной семьи. А ты, Михайлова, заберешь себе кактус. Но его ж не надо поливать, зачем его брать? Ну я ж тебя как-то взяла 11 лет назад. Поливала тебя чаще, чем кактус. Знаниями. Даже он расцвел. А ты нет. Че ты смеешься, Мягеньков? Че ты смеешься? Думаешь, я не знаю, что ты мой фикус пивом поливал? А знаешь, как я узнала? Он рыгнул. И стал расти в мою сторону. Вы лучше домой себе все горшки заберите. А коша куда я дену? У меня дома еще мать лежит. И еще чья-то мать. Я прям не могу вспомнить, чья. У меня прям дома кошки матери. Эвелина Аркадьевна, а вот почему другие учителя помогали всем на ЕГЭ, а вы нам нет? А потому что я не знала, чем вам помочь. Я ж вместе с вами эти ребусы разгадывала. Я ж хороший человек, в отличие от тех, кто эти вопросы составляет. И вообще, запомните, ЕГЭ – это не знания, это лотерея. Кстати,
А что это у нас бутылочка заглохла? И снаружи, и изнутри. Жена, крути давай! Эвелина Аркадьевна, ну я не хочу с вами в бутылочку. Да забудьте, что я ваша учительница. Мы дружим 11 лет. Мы с вами компания беспечных повес. О, сейчас небольшое объявление. Последний раз все собираем деньги на штопор. Рыбаева, можешь не скидываться, я помню, что бедно. Эвелина Аркадьевна, а почему вы так часто моего отца в школу вызывали? А потому что я знала, что он в разводе. А у меня к вам встречный вопрос. Вот почему вы меня не включили в общий чат? Ну, потому что у вас телефон городской. Вы что, думаете, я старая, да? У меня просто денег нет на айфон. Вот у Рымбаевой нет айфона. Вы же не говорите, что она старая, она просто из бедной семьи. Ой, деточка, ты это не расстраивайся. Ты хорошая, у тебя все будет хорошо, наверное. А вы знаете, вот зачем я-то в реку прыгнула, чтобы вы запомнили меня такой? Беспечной, веселой, влажной. Мы вас никогда не забудем. Да, никогда, никогда. Никогда. О, слушайте, а давайте вот как будто я сейчас не ваша учительница, без оценок, просто вам вопрос. Валентность углерода. Вот, лес там, Михайлова. Эвелина Аркадьевна, нам это вообще никак в жизни не пригодится. Вот сейчас, Иголкина, давай смоделируем ситуацию. Вот, например, стоишь ты на обочине. Подъезжает автомобиль, опускается стекло и оттуда. Валентность углерода. Ну что ты ответишь? 700 в час? Вот. Доброе утро, ребята. Сержант Митюхин. Я понимаю, у вас праздник, но распивать спиртные напитки в общественном месте нельзя. Так, послушайте, мы сами общество и сами решаем, где и какие напитки нам распивать. Эвелина Аркадьевна? Вася, Митюхин. Ха! Это что ты... Ты из тюрьмы вышел, сейчас в полиции, что ли, работаешь? Вот это личность! Эвелина Аркадьевна! Да. Вы понимаете, да, что за человек? Сначала «о», а потом «о». Вась! А? Валентность углерода! Два! Умница моя! Гордость! А вы как, в речку уже прыгали? Обижаешь, Митюхин. Так пойдемте, я вас блинчиком пущу, а? Это ж моя любимая. Все, пошла, давайте, снимайте на телефон Рымбаева, просто запоминай. Давай, Митюхин, я готова! Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, Rico! Все. Поаплодируйте всем этим смешным, удивительным, самым лучшим в мире девушкам. Всем вместе и каждой в отдельности. Сегодня пытались поднять вам настроение. Мария Кравченко. Наденька. Мариночка Федункин. Татьяна Морозова. Екатерина Варнава. Евгений Бороденко, Олег Верещагин, Алексей.
Аркадьевна. Comedy Woman. Берегите женщин.